Спайдермен. Владимир, что ты к нему задницей? Малый нападает и защищается. Маша нападает и защищается. Дуй, еще раз, только на себя не тянем. Взяли захват. Время! Да. Защищайся, защищайся. Две руки снизу. Жалко, что он не дадим. Поставь две руки снизу, чтобы он ничего не сделал. Стоп, стоп. Аккуратно, Владимир, аккуратно. Он хвостится. Стоп, стоп. Владимир, ты тоже. Стоп, командир. Стоп. Владимир, берешь захват. Смотри, командир, берешь захват. Подтягиваешь, поднимаешь его вместе с ним выходит. Тогда поднять его, вытащить вместе с ним выйти. Нет, не бросить, поднять. Оторвать от ковра. И выйти вместе с ним. Эй, идиот, блин. Иди сюда. Зачем ты его бросаешь? Курить меньше надо. Иди сюда, все. Что куришь? Его вытащи, выкинь, бросай. Вот ты его бросаешь, ты его не бросаешь, нажимай. Ты его вытащи, молодец, и выйди вместе с ним, не бросай. Капитан, хорошо? Курить. Пошли, 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 еще минуту. Давай, Маша. Ты его не должен бросать, только постараться поднять и вытащить. Да, вытащить, вытащить вместе с ним. Давай, еще раз. За ноги его хватает. За ноги хватает. Двумя руками. Вот, вот потом в конце поле. Вот так. Матея. Часов. Встали. Пожали руки. Да. Еще раз. Еще раз насчет четверга. Детки мои, дорогие. Насчет четверга. Насчет четверга. Прийти нужно пораньше. Не к 3 часам, чуть пораньше. Как закончилась школа сразу. Ну что, мы должны вытащить там 6-7-8 маток, вот эти вот. Можно мы придем и вытащим? Можно. А во сколько? От урока. Ну, видишь, я не взял осуждение. А во сколько? Ну, ты понимаешь, мне тебя тяжелее отпустить. А почему? Я могу написать, ты можешь отдать, но она не канает. В спортивном лицее должен быть приказ по школе, по лицею. Потому что ты, понимаешь, как ты питаешься. И в этот день, если тебя ты освобожден, не надо поднимать, освобожден, то питание, ты себя снимает питание. А если получается ты освобожден, но ты питаешься, значит, тогда они говорят, что в министерстве, что они воруют деньги, что директор вот так деньги ворует. А мы не будем. Это финансовая как бы дисциплина здесь. Ты можешь отпроситься. А, могу. Вот, только отпроситься. Вот его я могу его как бы сделать на завтра. Те, которые в лицее не учатся, я бы как бы мог. Но могу тебе, а этим не могу, потому что родители начнут. Как это так? В школу не идут. Ты шум такой, где-то надо. Вообще, не чтобы... Надо. Посмотрите. Слушайте внимательно. Смотрите, как делается. Делается освобождение. Заверяется. Посмотрите. Просто, чтобы вы знали процедуру. Те, кто не в спортивном лицее, приходят в спортивную школу, ставится печать школьная, четырехугольная печать, где ставится дата выдачи. Вот этот листочек заносится в специальный журнал, который пронумерован. Там такая штучка и печать стоит. То есть его выдрать нельзя листы. Под номером
кому выдан директор школы, кто, то есть полностью. Дальше вы приносите это освобождение классному руководителю, которое собирает за месяц, отдает директору. А директор эти освобождения должна отдать министерству. Видите, какая процедура? А в министерстве они полежат, вот, их выбрасывают. Но с чем это связано? С тем, например, что вот Пастухова я взял, освободил, он пришел сюда, получил травму. Хоп, и начинается. А почему? А как? А кто освободил? А почему? И начинается. Ага, этого не освободили, тренера наказать, директора, классного руководителя. А они при чем? Тут тренер виноват. А в спортивном лицее, вот где учатся Вика, Игорь, потом кто у нас еще? Кристина, Каролина. Посмотрите, вы питаетесь. И если в этот день вы не пришли в школу, вернее, вас освободил, да, вот, например, то я взял освобождение, написал, и да, вы раз принесли. Вот получается так, вы даже деньги на питание вам выделили, а вы в школе не были.